А сейчас речь пойдет о модном мероприятии, которое состоялось в бизнес-центре «Тверь». Об участниках и перспективах проекта для женщин смотрите прямо сейчас. Проект для женщин и про женщин. В бизнес-центре «Тверь» состоялся грандиозный гала-вечер по случаю финала первого сезона авторского проекта Татьяны Бертуль «Проми-35+». Генеральным спонсором выступил ресторан и клуб «Бульвар». Команда проекта подготовила увлекательное шоу со звездным гостем. Героини «Проми» вышли на подиум, представив модные образы, составленные совместно с главными фэшн-партнерами праздника – Тверской меховой компанией «За шубой» и магазином «Линия». Мы преображали участниц сегодняшнего мероприятия, группа, которая выпускается, которых сегодня финал, скажем так, уже подведен их итог, их занятием, и, естественно, старт новой группы. Все очень милые, приятные, добрые женщины. От всей души хочется пожелать, конечно, им женского счастья, чтобы этот навык, который они приобрели в рамках своих занятий в агентстве ProModels, оставался с ними на долгие-долгие годы. Милые дамы, будьте красивыми, будьте здоровыми, будьте в тепле и приходите за шубой на Тверскую меховую в Дом меха, поселок Химинститута, 51. Проект Татьяны Бертуль постоянно сотрудничает и с благотворительным фондом «Добрый мир». На празднике состоялось преображение подопечной фонда Марины, которая поборола онкологию. К доброму делу подключился и главный партнер события – косметический салон «Ева Эстетик». С топ-мастерами Анастасией Кудриной и Асей Мадаян, со стилистом модного приговора Верой Маркиной они создали для героини два образа. В подарок девушка получила и полный курс в «Проми». А выпускницам первого сезона вручили презенты клиника «Медпрофи», главный партнер ЗАО «Калининская». Солнечный свет и свежесть родных полей, забота, технологии и, конечно, любовь. Это наш рецепт натурального молока от ЗАО «Калининская». Натуральное молоко – здоровая семья. И больница доктора Пирогова, где для героинь провели комплекс бьюти-процедур, а также главный спонсор – студия «Ла Пиония». Всегда очень рады поддерживать мероприятия, связанные с женственностью, красотой. Ведь цветы и женщины – это два понятия неразделимых. Букеты нашей студии мы подарим участницам проекта «Проми». Я надеюсь, они будут их очень долго радовать. И в дальнейшем мы с радостью на любое торжество предложим услуги нашей цветочной студии «Ла Пиония». Особым подарком для выпускниц было выступление легендарной певицы, экс-солистки культовых групп «Мираж» и звезды Натальи Гулькиной. Как признаются финалистки первого сезона «Проми», проект стал для них яркой страницей жизни. Поэтому желающих поучаствовать во втором сезоне уже немало. И, кстати, новенькие даже успели выйти в показе гала-вечера. Автор курса Татьяна Бертуль представит обновленную программу с топовыми специалистами и увлекательными занятиями о стиле, макияже, здоровье, тренингами по личностному росту. Набор еще открыт, и присоединиться к сообществу «Проми» можно до 15 января.